Так, одно яйцо, половинка колбасы, пол-литра кефира, литр молока, половинка черного хлеба. А еще литр воды. Так. Этого нам хватит всего лишь на 3 дня. Нам нужно экономить, пока я что-нибудь не придумаю. Конечно, пап. Сиди тут, я сейчас пойду проверю все окна. Даша, я все проверил, все закрыто, можешь не бояться. А где наши продукты? Даша, где наши продукты? Прости, папочка, не удержалась. Ничего, Даша, я что-нибудь придумаю. Не паникуй. Я боюсь. Не бойся. Я пойду проверю, что там, а ты спрячься под стол и сиди тихо.